Приветствую вас, уважаемые зрители, гости и подписчики моего канала. Сегодня получил очередную посылочку от своего друга-моделиста Сергея Воронкина, за что ему огромное спасибо. Что в этой посылочке, я не знаю, только знаю, что все связано с авиацией. Вот. Сейчас произведем вскрытие посылки и посмотрим, чем со мной поделился Серега. Это как бы спонсорская помощь каналу. Вот. Также и не каналу. Так. Планируется, чтобы собирали модели дети. Ну, что-то я, может, соберу. А остальное будут собирать дети. Вот. В сентябре, может, откроем, рассчитываю, что откроем детский кружок по моделизму. Ну, как бы это начальные модели для детского кружка. Ну, посмотрим. Посмотрим. О, какие самолеты. Вот. Спасибо, Серега, тебе за такую посылку. Спасибо за авиацию. Вот, отставлю в сторону. И будем смотреть. Так, советский истребитель АНТ-5. Фирма «Звезда». Масштаб 1,72. Вот. Ну, отдельно обзор я, друзья, сниму, наверное, по каждой коробочке, чтобы вы видели, что в коробках, если кого-то что-то заинтересует. Можете написать в комментариях, может, какой-то обзор сниму первым. Вот. И даже такие самолеты интересные самому хоть фото собрать. Спит, например, вот как мы спидфайтер. Вот спидфайтер от фирмы Bobby Boss. Тоже масштаб 1,72. Вот такой спид. Маму интересно подбирать. Сам есть F-16 от фирмы Tamiya. Красивый такой бокс-арт. Варианты раскраски. Необходимые краски для данного самолета. Тоже масштаб 1,72. Вот такая интересная коробочка. Так, вертолет Ми-8. Тоже фирма Hobby Boss. Тоже довольно-таки интересная вертушка. Масштаб 1,72. Вот, кстати, что-что, а вертолеты я никогда в жизни не собирал. Самолеты еще в детстве собирал, а вот вертолеты нет. И многоцелевой самолет Ан-2. Фирма «Моделист». Это, скорее всего, чей-то перепак. Точно не знаю. Ну, посмотрю коробочки. Посмотрю их содержимое, изучу, сниму обзоры. Вот. И, может быть, что-нибудь соберу. Что-то соберут детям. Хочу сначала, чтобы мои начали что-то пособирали. Вот.
Ну, посмотрим, друзья. Вот еще раз хочу поблагодарить. Серега, спасибо тебе. Спасибо за столь хороший подарок. Модели действительно все классные. Ну вот, друзья, вот такая посылочка. Спасибо, кто смотрит мой канал, кто подписывается на канал, кто остается вместе со мной. Спасибо за просмотры и лайки. Всех благ вам, друзья.